Обвинений я не признаю, потому что я глубоко убежден, и вы это высказали, что охотился законно, что разрешение было у приглашающей стороны, все разрешительные документы. Вот, и я вполне, так сказать, был убежден, что охота законна. Я готов давать показания в любом месте, в любое время, так сказать, по вызову, и для меня это не составляет труда.